Когда мы были маленькие, этот праздник назывался День международной солидарности трудящихся. В каждых семьях покупали новые одежды для детей, для взрослых, все одевались нарядно. И каждая организация, школа, все выходили парадом на площадь. На площади глава, значит, этого города собирал всех, поздравлял всех, пожелания свои теплые говорил. И шли массовые гуляния, танцы, выступали знаменитые артисты. Все были очень нарядные, все были очень веселые. Очень было приподнятое настроение у народа. И все с такой радостью возвращались к себе домой, накрывали столы, делали угощения, приглашали соседей, сами ходили к соседям. На сегодняшний этот день у нас в Казахстане этот праздник приурочен к году Ассамблеи. В этом году для нас очень знаменательная дата, очень желаемый год, год Ассамблеи. И мы, участники Ассамблеи, принимаем активное участие в этом году. Особенно напряженно, особенно с душой, особенно с стремлением мы в этом году вкладываем, работаем для процветания нашей страны, делаем, чтобы наш Казахстан достиг больших высот, чтобы у нас, как говорит наш уважаемый президент Казахстан, алға, мы должны продвигаться вперед. И все народности нашей ассамблеи в дружбе, в единстве. В этом году, 1 мая, мы отмечаем, и праздник называется День единства, День солидарности, День процветания, День дружбы. Этот праздник для нашей ассамблеи особенный, потому что мы живем все в содружестве. Мы в одной стране живем, как в одной семье. Теперь вот у нас надвигается день процветания, день единства и солидарности. К этому празднику мы готовимся особенно. У нас есть детский ансамбль, называется «Парисот» танцевальный. Мы с ними приготовили несколько танцевальных номеров в честь этого праздника. Приготовили вокальные. Потом у нас есть старшая танцевальная группа. Они приготовили несколько номеров танцевальных. Мы хотим праздник отметить весело, торжественно и уверенные в будущем. Паша Казахстан халкын. Бейбітшілік, келісім күнімен құттықтаймын.